Здравствуйте, продолжаем искать идеальный чехол для смартфона Samsung Galaxy S6 Edge. Значит, сегодня посмотрим на чехол фирмы, довольно известной китайской фирмы, занимающейся выпуском аксессуаров различных фирмы ROG. Чехол называется DRV, ну или Dr. V, кому как больше нравится. Значит, чехол поставляется в такой коробочке. Коробочка отличная, жесткая, хорошо оформлена. Таким образом достаем чехол. Вот такой, в данном случае мы имеем дело с черным чехлом. Значит, чехол пластиковый, по ощущениям матовый пластик. Значит, здесь у нас название фирмы имеется в виду. Надпись, значит... Имеются все прорези для различных входов, динамиков и так далее. Единственное, нету для фронтальной камеры прорези. Вставляем смартфон. Вот таким образом выглядит чехол вместе со смартфоном. Как вы можете уже увидеть, верхняя крышка полупрозрачная. И в принципе время и часть экрана вполне различима. Значит, какая основная фишка данного чехла? Значит, с помощью, как вы видите, данного чехла можно работать со смартфоном с закрытой крышкой. То есть, вот таким образом. Конечно, чувствительность далеко не такая, как на смартфоне без чехла, но тем не менее работать можно. То есть можно заходить в папки. Можно принимать звонки и так далее. Вот, единственное, бывает, конечно, не всегда срабатывает, но в принципе вполне достойно. Что еще необходимо отметить по поводу данного чехла? Ранее, в предыдущих моделях данного чехла, к предыдущим моделям смартфонов фирмы Samsung, в комплекте поставлялась карточка с серийным номером, которая позволяла активировать специальное приложение для чехла. С помощью данного приложения можно было осуществлять быстрый доступ к некоторым функциям смартфона, не открывая, соответственно, чехла. В связи с этим я связался с продавцом и спросил, почему с данным чехлом данной карточки с серийным номером не поставляется. Он мне ответил, что вот с последними моделями смартфонов Samsung Galaxy S6 данное приложение не устанавливается, и так как со смартфоном можно работать обычным образом, закрытой крышкой. То есть специальное приложение здесь не требуется. Вот таким образом. Еще он указал, что для того, чтобы пользоваться данным чехлом, не должно быть никаких пленок наклеено и, соответственно, защитных стекол на сам смартфон. Иначе чувствительность будет совсем никудышной. Вот таким образом, то есть никакого специального приложения к данному чехлу нет. Но в принципе закрытой крышкой им можно вполне пользоваться. Что можно здесь отметить по поводу минусов, которые есть у данного чехла? Все мы знаем печально известные чехлы фирмы Samsung, оригинальный ClearView, которые царапали дисплей смартфона. Вот здесь в принципе крышка тоже жесткая. И такую ситуацию я вполне допускаю. Если у вас попадет песок под эту крышку, и вы будете носить, то в принципе есть вероятность, что дисплей поцарапается. У меня, сколько я пользовался этим чехлом, данной ситуации не было. Но тем не менее, я считаю, что она вполне возможна. Поэтому это тоже надо учитывать. И тут ситуация получается двоякая. То есть вы не можете наклеить сюда пленочку сверху, либо поставить стекло. Иначе у вас чувствительность снизится, и вы не сможете пользоваться закрытой крышкой. И с другой стороны, если вы не наклеите никакой защиты, есть возможность поцарапать дисплей. Поэтому решать в данном случае придется вам самостоятельно данный вопрос. А так, чехолчик неплохой, аккуратный. Камера тут также утоплена и защищена, даже если вот так вот положить смартфон. В общем, чехол очень и очень неплохой. Спасибо за внимание.